Всегда на посту 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в зной, в метель, в проливной дождь. Сотрудники госавтоинспекции стоят на страже безопасности российских дорог. Словно рыцари на белых железных конях, они стремятся сохранить жизнь участников дорожного движения, обеспечить их максимальную безопасность. Миссия благородная, нелегкая и многогранная. У нас, так же, как и раньше, осталось направление РЭО, регистрационно-экзаменационного подразделения, отдела технического надзора, дорожного надзора, исполнение административного законодательства. И основная ведущая служба, конечно, это ДПС, дорожно-патрульная служба, которую вы все всегда видите на дорогах. На сегодняшний день в госавтоинспекции Ленинского городского округа трудится 91 человек. Одни оказывают государственные услуги, другие обеспечивают спокойствие на дорогах. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Чекварева служит здесь уже почти 20 лет. Всю жизнь для нее примером были офицеры, поэтому вопрос о профессии даже не стоял. Что хотелось бы, это приносить пользу нашим людям, защищать наших людей. Ну и творить добро, потому что если детям правильно объяснить, как себя вести на дорогах, и когда тебя слышат и видят, и как можно меньше происходит беды на дороге, наверное, это наша заслуга всех сотрудников госавтоинспекции. Собранность, внимание, ответственность – все это о нынешних виновниках торжества, а еще доброжелательность к водителям и пешеходам. Они, в свою очередь, относятся к сотрудникам госавтоинспекции с уважением и благодарностью и отмечают высокую планку в работе ГАИ. На самом деле быстро все. Думаю, будет очень долго. Порядок на дорогах стал заметно, очень заметно. Прям есть прогресс. С праздником! Екатерина Коваленко, Кирилл Махров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.